Где вы были в ночь на 12 октября? У Клары были проблемы? Она часто влюблялась. Я всегда относился к ней как к принцессе. Ей нравилась моя дикая сторона. Мы жестко трахались. Знаешь, как ее убили? Ее сожгли. Это похоже на наказание. Причина — ревность. Странная у нас работа. Допрашиваем людей, обыскиваем их вещи, прослушиваем разговоры и строчим рапорты. Рапорты, бесконечные рапорты. Точно. И рапорты — наше главное орудие против зла. Кларе был 21. Даже без внимания прессы она заслуживает лучшего. После первых недель становится еще сложнее. Женщин вечно сжигали. Жанну д'Арк, да и ведьм тоже. Вам не кажется странным, что преступления совершают мужчины, но расследуют почему-то тоже они? Я не знаю. Вы знаете, за что ее так? Я могу вам сказать. Говорят, у каждого следователя есть дело, которое его преследует. Эти ублюдки распаляют во мне ненависть. В какой-то момент ты становишься одержимым. Стой! Оно пожирает тебя изнутри. Живо! Стоять! Оно разрушает тебя.